подтянуты и напряжены. Воспитанники детского театра балета «Алмазы Якутии» волнуются, как в первый раз. И не зря, ведь выступают перед звездой мирового балета Андрисом Лиепа. Надо, во-первых, показать себя с хорошей стороны, с лучшей. Нужно принять, суметь всю информацию за один день. Ну и просто показать свое мастерство, получить что-то новое. Это тоже очень волнительно все. Народный артист Андрис Лиепа много лет ездит по стране и делится бесценным опытом с молодежью. Мастер-класс от звезды – честь и привилегия для юных танцоров. Очень много нового узнала от себя, очень много информации дали. Правильность положения ног, как правильно вытягивать стопы, как правильно прыгать, большие прыжки. Уже в студии во время интервью «Алмазному краю» Андрис Лиепа отметил хорошую подготовку воспитанников детского балета «Мирного» и выразил надежду, что многие поступят в хореографические училища. Я восхищаюсь детьми, которые не сидят в интернете, а идут на балетный класс. Надо сейчас иметь мужество и силу воли забросить телефон и пойти заниматься балетом. Мастер-классы, показы фильмов и смотр-конкурс танцевальных коллективов. Все это прошло в рамках ежегодного фестиваля «Настроение Алроса», где собрались юные таланты Мирного, Орылаха и Алмазного. Первый день благотворительный фонд «Илза Лиепа» провел смотр-конкурс в рамках фестивального проекта «Якутия танцует». Перед жюри с номерами выступили 5 коллективов. Победителей определили по нескольким номинациям. Лучшими стали коллективы Дворца культуры «Алмаз», ансамбль «Кустук» и детский театр балета «Алмазы Якутии». У нас прошли мастер-классы по народно-сценическому танцу, по современной хореографии. И вот сегодня у нас был мастер-класс по классическому танцу. Когда ребята, конечно, смотрят на профессионалов вживую, а не по телевизору, там, по видео, это совершенно все по-другому. Они смотрят, как они разогреваются, как они занимаются. Для них это такой дальше стимул продолжать заниматься, не останавливаться и работать. Кульминацией фестиваля «Настроение Алроса» стал гала-концерт «Андрис Лиепа 6.0». Юбилейный проект, в котором артисты Большого, Мариинского, Михайловского и других театров показали номера из репертуара Андриса Лиепы и его современных проектов. Например, по ДД из балета «Лебединое озеро». Ее звезда мирового балета танцевал в постановке великого хореографа Юрия Григоровича. Все номера мирницы встречали бурными овациями и не хотели отпускать народного артиста. Андрис Лиепа заверил, что это не последняя встреча. Юлия Сундукова, Ивана Филиппова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край».